Алиева Шамсият Магомедовна. Детская школа искусств номер 7 города Махачкалы. Класс преподавателя Рамазановой Абидат. Тема моего доклада – творческий и жизненный путь Сергея Артемьевича Агабабова. Октября 1926 году. Известнейший дагестанский композитор, автор первой дагестанской симфонии. К музыке проявил интерес с детства. В 1951 году Сергей оканчивает одновременно и Дагестанский медицинский институт, и музыкальное училище, в котором по теоретическим предметам занимался у Готфрида Алиевича Гасанова. И написал свои первые песни «Дочь Дагестана» и «Песня нефтяник». Сделав свой выбор в пользу музыки, в 1952 году он поступает в Московскую государственную консерваторию в класс композиции Александрова. По окончанию с отличием основного курса обучения принимается в аспирантуру. В эти годы Сергей Артемьевич проявляет себя как незаурядный композитор. Он пишет песни как в инструментальных, так и в вокальных жанрах. Использует подлинно народные мелодии и стремится передать в своих произведениях национальный колорит. Творческое вдохновение Сергей Артемьевич черпает во время фольклорных экспедиций по Дагестану, результатом которых стала написанная им вокально-симфоническая сюита «Дагестанские песни» в 6 частях. Среди работ студенческих лет Сергея Агабабова для фортепиано, детский альбом, токката, для скрипки и фортепиано, сюита, вариации, для меццо-сопрано и баса в сопровождении фортепиано, вокальный цикл из поэзии прошлого на стихи Копиева. Параллельно с крупными музыкальными формами пишет вокальные миниатюры и песни, многие из которых стали популярными. Сейчас я проиграю вам мои любимые отрывки из вокальных циклов Сергея Агабабова. Ягненок. «Моя Москва» в 1956 году была удостоена первой премии на лучшую песню о Москве. Творческий диапазон композитора многогранен. Он пишет песни для детей и обработки к драматическим спектаклям. Создает обработки народных песен и танцев. Одним из наиболее известнейших произведений Сергея Агабабова является «Незавершенная симфония». Также
Незаконченными остались фортепианный концерт и частушки для эстрадного оркестра, романсы «Осень» на стихи Блока и «Зайтунский марш» из армянской поэзии. Остался, к сожалению, неосуществленным и замысел балета «Сулак-свидетель» по роману Куршилова. В 1958-1959 годах, наряду с музыкальным творчеством, Сергей Агапапов печатается в газетах «Дагестанская правда» и «Комсомолец Дагестана». Пишет книгу «Деятели музыкальных искусств Дагестана». Книга выйдет в махачкалинском издательстве в 1960 году, уже после трагической гибели композитора в авиакатастрофе 23 октября 1959 года. В 1960 году Сергею Агапапову было посмертно присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР». Имя Сергея Агапапова золотыми буквами высечено на мраморной плите на здании Союза композиторов Дагестана. Также именем Сергея Агапапова названы музыкальные школы городов Каспийск и Дагестанские огни. 2 декабря 2010 года в Махачкале на улице Буйнакского, 51, где родился и вырос выдающийся дагестанский композитор, открыли мемориальную доску. В своем выступлении председатель Союза композиторов Дагестана Рамазан Фаталиев сказал: «Его насыщенная музыкальная жизнь пронеслась яркой кометой по небосклону профессионального искусства. Наряду со своим великим учителем Готфридом Гасановым Сергей Агапапов явился тем, кто заложил фундамент будущей профессиональной композиторской школы. Несмотря на короткий жизненный путь, он сумел сделать многое, оставил после себя солнечную, жизнеутверждающую музыку и добрую память о себе. Все те, кто его знал, с восторгом и душевной теплотой отзывались о его таланте и человеческих качествах. Его музыку отличает щедрый мелодизм, богатство гармонии и фактуры. Она неизменно производит впечатление какой-то необыкновенной легкости, такое ощущение, будто она давалась композитору без особого труда. Музыка Сергея Агапапова и на сегодняшний день продолжает сохранять свою свежесть и самобытность. Его любят и, думаю, будут любить всегда. В завершении своего выступления хочу проиграть вам отрывок из известнейшей песни Сергея Агапапова «По горным дорогам». Спасибо за внимание.